Сізде үйлік экзамен тапшырысын мұнан құттайыз. Құсқанша бір комментарий бер аласыз ба? Программаңызды оқыдым. Анан ал жерде құрылыш туралы бірдағы сөз болғаным ескенде, бірақ сіз білесіздер, Бішкекте ең машқасы дәлелдері бұл мизамсыз құрылыштар, башалған құрылыштар. Анан ошол проблеманы чечүүнүн кандай жолдорун көрөтөсүз? Сізге чейінкі мерді ошол құрылыш бойынша? Құрылыш бойынша біз генеральный план менен генеральный планға текшеріп, генеральный планы бойынша бүт жұмыстың барын алып барабыз. Өзіңіздің жаңа құрылыш компанияларға тиешеңіз туралы айтып кетесіз ба? Өйткені сіз мердігерлікке талапкер болғаннан кейін көп сөздер айтып жатырсыз. Өркенеш өткеннен кейін мен айтамын сізге. Тиештігіңіз бар ма, жоқ па? Тиештігіңіз бар ма, жоқ па? Елизаветаға. Елизаветаға бар, тиештім. Азиз Семирбеков, что же самое на русском прокомментируете вашу строительную компанию, пожалуйста. По поводу строительной компании могу сказать так, что ее основал мой отец. Мой отец закончил в 1965 году Московский инженерно-строительный институт. Он был директором завода, железобетонного завода на Рыне. Он был директором железобетонного завода в Токмаке. И он управлял Нарынским управлением капитального строительства. Он уже на протяжении больше 50 лет занимается профессиональным строительством. Я до 2015 года там не работал. С 2015 года я работал там советником и директором по инвестициям. А руководитель там есть. Вот там есть коллектив, порядка 100 человек. И сегодня там ведется строительство. И вот как сегодня говорят, что есть конфликт интересов, мы сейчас об этом думаем, вот, как это правильно сделать. Но вы должны понять, что в этом коллективе работает больше 100 человек. Им надо будет сказать, идите на улицу. Вот. Плюс на сегодняшний день компания «Елизавета» и тем коллективом, который сейчас там работает, строится 270-квартирный жилой дом. Вот. Порядка 70 квартир там продано. И у компании есть кредитные средства, которые надо выплачивать. Вы знаете, что кредитные средства выплачиваются с продажи квартир. Вот. Возможно, этот дом достроят они, и новые дома не будут начинать. Но тот коллектив, та команда профессионалов, которая есть в этой компании, с ними вот что делать, надо будет подумать после выборов. Көпчүлүк коалиция. Ошол ордон СДПК, СДПК фракциядан түштү. Бишкек шаарынын СДПК фракциянын түштүү талабы. Анан өзүңөр билесиңер, Исаул Муркулов жогорку кеңештин депутаттарын СДПК фракциянын лидери. Ошондо, может, консультация болгон. Аны мен билбейт экенмин.